На юге республики возрождают древнюю библиотеку Отырар, разрушенную и исчезнувшую во времена монгольского нашествия. Еще в начале года южноказахстанцам был брошен клич помочь содержательными умными фолиантами. Теперь со всех уголков региона собирают книги. Новое издание библиотеки было возведено в строящемся административно-деловом центре Шымкента. Библиотека научно-универсальная, носит название древнего города. Пока в ее фонде 500 000 книг. Первыми пополнили хранилище жители Туркестана. Они собрали около 7000 изданий. Мы рады, что акцию поддержали. Сейчас в области очень много книг собирается. Все они интересные, нужные нашим читателям. И вообще считаю, что акция еще имеет и воспитательное значение для нашей молодежи. Она полезна для ее духовного развития тоже. В основном мы привезли художественную литературу, есть и научная, много энциклопедий. Одна из самых ценных среди них – вот эта энциклопедия Абая. Теперь она – достояние библиотеки Отырар, а значит, достояние всех южноказахстанцев.